отборочный этап, и мы на этом сегодня закончим наш сегмент. Пожалуйста. Спасибо. Коллеги, всем большое спасибо за работу, да, проекты мы заслушали. Действительно, идеи хорошие, проработка пока еще слабовата. Вот. Но я хотел бы сказать все равно большое спасибо, конечно, всем участникам и огромное спасибо, конечно, организаторам. Коучи у вас замечательные, просто вот действительно такими учителями можно действительно довести проекты до конца. И я вот тут вот как раз мы обсуждали, вот Николай, предложение все-таки сейчас не делать финальное отбор, выбрать еще несколько человек и дать им возможность тренироваться. Но на самом деле это нужно было делать до отбора. Вот до отбора мы с вами летом собирались, заслушивали, да? Когда надо было сделать, да? Надо было, конечно, надо было тогда сделать уже работу над ошибками. То есть я думаю, что следующий сезон, у нас это по сезону идет, да, вы все-таки перед отбором делать еще предотборы, такие коучинг такой. Какой делают на самом деле очень многие муниципалитеты области, например, в Жуковском, это очень сильно развито, и действительно там с ребятами работают до момента уже их выхода на отбор. Вот. И значит, если говорить о том, кто победил, то я бы хотел сказать, что эта победа тоже на самом деле является условной. Мы сейчас объявим победителя, который на самом деле должен взять перед нами обязательство довести до финала проект, до той стадии, когда он будет полностью удовлетворять всем требованиям фонда. То есть там должны появиться все вот те части, которые сейчас отсутствуют. И наука, и, так сказать, план выполнения работы, да, и математика, и физика, и экономика, все должно появиться. Вот. Я надеюсь, что это действительно будет за мир национально ответственный. Иначе, ей-богу, побреем и перестанем. То есть все вот эти инновационные технологии применим. Вот. Итак, победителем отборочного конкурса по программе «Умник» Ступина объявляется Виктор Шишляников. Спасибо большое, друзья, спасибо, Николай Валерьевич, вам за то, что приехали. Надеемся, что будем развиваться. Спасибо большое. Спасибо, друзья.